Поплатиться собственным здоровьем за отдых на Байкале рисковали гости двух турбаз. Такой вывод сделали специалисты природоохранной прокуратуры. На совести руководителей гостевых домов на Ольхоне сразу несколько нарушений закона. Одно из самых грубых – использование некачественной питьевой воды. Ее брали из скважин, которые пробурили без лицензии на пользование недрами. По большому счету, в воду могли попасть, в числе прочего, возбудители различных инфекций. Вразрез с законом шла и утилизация отходов. Выгребные ямы были попросту вырыты в земле, а потому существовала реальная угроза загрязнения не только грунтовых вод, но и самого Байкала. В итоге суд постановил работу гостевых домов прекратить. Ведь, ко всему прочему, по закону турбазы на этих территориях вовсе не должны были появляться. Туристические базы занимали земельные участки, которые не предназначены по целевому назначению для размещения гостевых домов и гостиниц. Земельные участки предоставлялись для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, было установлено, что некоторые части земельных участков были самовольно захвачены.